канал. На сьомому триває марафон і вже готова повернутися до роботи Світлана Пензова. Світлана, передаю тобі слово. Дякую тобі, Олександро, і дякую всій команді за насичений випуск новин. І зараз я рада вітати гостей цієї години. Отже, до нас завітали політолог-міжнародник Михайло Кацин, добрий вечір. І юрист Ігор Шавров, також рада вітати. Добрий вечір. У нас продовжується голосування. Отже, чи ви задоволені чи ні проміжними попередніми результатами виборів? Так, зараз відповідають, підкажіть, будь ласка, скільки? 35% суттєво з минулої години не змінилися відповіді, більше 65% за варіант «ні», перемагають зовсім не ті. Будь ласка, продовжуйте голосувати, також можна додзвонитися, ми працюємо у прямому ефірі, і сказати свій досвід, наприклад, як голосували вчора, що побачили, ваші спостереження, враження, також відповісти на питання інтерактиву, можливо, поставити запитання нашим експертам. Отже, 726-3326, це телефон студії. Чекаємо на ваші дзвіночки, пишіть повідомлення у Viber, можна залишитися анонімом. Я хочу розпочати цю годину саме з порушень, які мали місце вчора, які ваші спостереження. Нагадаю, що офіційно є факти підкупу виборців і пропонували і по 1000 гривень за певну політсилу, і мінування дільниць було, і, тобто і традиційні, і нетрадиційні методи, аби зірвати процес, але цього, слава Богу, не сталося. Я попрошу, Михайло, вас прокоментувати порушення. Спасибо, Світлана. Ну, перше, ви задали вопрос зрителям по поводу удовлетворенности от выборов. Скажу честно, не удовлетворен. Первое, не удовлетворен тем, той избирательной системой, которая в этом году, по которой в этом году мы формировали местный свет. Я считаю, что эта избирательная система, она абсолютно непрозрачная, нетранспарентная. Самое главное, она вместо того, чтобы создать действительно сильное местное самоуправление и привести независимо мыслящих людей во власть, она направлена на фактически монополизацию свободы мнения партийными лидерами, которые будут иметь очень серьезные приводные ремни над своими депутатами. Да? Это было и на стадии формирования списков, и на стадии формирования окружных списков, и будет уже на стадии работы городского там, областного совета, когда в любой момент можно будет включить императивный мандат. Второе, я не удовлетворен, потому что вот Игорь Шавров, которого я давно знаю, очень, очень классный юрист, и как человек он не пошел на эти выборы. Я 100% понимаю, что он еще в будущем пойдет, так что вы еще видите. Следующее, что касается выборов. Было действительно много фальсификаций. Мы это видели, но вот эти вот ситуации вокруг 121 школы, она надолго останется в памяти одесситов, особенно, знаете, так именно в центре города это очень классно смотрелось. Так показово, и тут питання до тих, хто таке організовував, що не подумали. Знаете, вот разного рода договорники там на уровне комиссии, разного рода как бы политические манипуляции, они же имеют место только по одной причине, что у нас в обществе очень низкий уровень политической и правовой культуры. Поэтому власть, она ничем не отличается от общества. У нас в обществе привыкли обходить закон, и точно так же во власти, политики, они знают, что границы, вот эти вот границы, они достаточно гибкие, и можно в любой момент, если тебе нужно, просто обойти закон. И в этом проблема. Поэтому вот то, что мы видели, это некая квинтэссенция нашого правового політичного розвитку за останнє час. Знайти лазівку можна, і можна почувати себе безкарним, і тим паче попередні вибори, там навіть місцеві, 5 років тому, ці самі технології працюють, тому що ніхто не поніс покарання 5 років тому. Ігоре, ваша думка? Я зі своєї сторони скажу, що виборами удовлетворен. Дійсно, мали місце нарушення, і я хочу відмітити, особливо, вопрос голосования людей, которые временно находятся на определенной территории, как мы видели и в Фонтанской ОТГ, когда в дома прописывали большое количество людей, которые голосовали. В целом, мне довелось провести ночь на избирательном участке, и также я хочу отметить достаточно сложный механизм подсчета и заполнения документации, следовательно, что приведет к тому, что результаты выбора будут устанавливаться намного дольше, чем обычно устанавливаются.
чтобы вы понимали, на заполнение одного пакета документов по выборам в один орган местного самоуправления потребуется от 3 до 4 часов, если комиссия работает слаженно. Это только одного, а маем одного, от 4. А 4, да. Угу. Их 4, и то есть я говорю о средней явке, например, там 25%. То есть если больше, соответственно, больше. То есть не сам столько подсчет занимает время, сколько заполнения документации нужно заполнить на каждого кандидата в депутаты, отдельный протокол и, соответственно, подписать. Таким образом, как мы сейчас видим, что территориальные комиссии возвращают на доработку документы, и на членах комиссии сейчас лежит большая ответственность и огромное давление, связанное с правильной подготовкой документации. Поэтому я думаю, что мы получим приблизительные результаты не ранее четверга или, может, даже пятницы. Стоит также отметить, что данные выборы показали, на мой взгляд, ведут к такому процессу, как регионализация. Потому что мы понимаем, что в многих городах выиграли региональные партии, и местные элиты получили большой процент, что, в свою очередь, приведет к автономности многих советов, которые получили на этих выборах, первых выборах и в ОТГ, соответственно, прямое финансирование. И на сегодняшний день будет подниматься дискуссия относительно правил игры между элитами, соответственно, і центром. Ігоре, ви знаєте процес зсередини, наскільки я зрозуміла, так, весь цей час були на дільниці. Скажіть, будь ласка, стосовно кількості бюлетенів і кількості рад, чи розуміли всі виборці, за що вони голосують, коли отримували бюлетені, бачили до районної ради перелік? На цей вопрос я відповім так, що він... Я ожидал худшего на самом деле. И, то есть не сложен, не столько сам сложен бюллетень, сколько, я еще раз говорю, оказалась сложная система подсчета. Многие избиратели, многие бюллетени действительно были отмечены цифрами, как и нужно. Ну и, соответственно, как мы знаем, что многие партии агитировали голосовать просто за партию, соответственно. Также я поддержу Михаила относительно того, что насколько данная система является справедливой, учитывая вопрос императивного мандата. И самое главное, что по большому счету главными конкурентами на округах были не партии между собой, а именно люди внутри списка, как уже можно говорить, некоторые кандидаты, то есть достаточно грязно конкурировали между собой внутри партии. Представники однієї політсили змагалися між собою. Що є, ну, так, неестественно, на мой взгляд. Ну, і вдобавок, вот этот вот смешной процент, 25% от избирательной квоты, которая, ну, на мой взгляд, достаточно сложно набрать. Ну, на этих выборах, может быть, и не сложно было с учетом низкой явки, но, в принципе, я считаю, что процент должен быть существенно снижен, там, до 10%, о чем идет речь, что в окружных, в округах, да, в списке окружных списках, а кандидаты, которые, условно говоря, на там второй, третьей, четвертой позиции, чтобы попасть на первую, то есть подняться в списке, они должны были получить 25% от избирательной квоты. Я считаю, что это не совсем корректно, и там разные и общественные организации, там неправительственные, они понимали этот вопрос, в том числе те, которые консультировали Центральную избирательную комиссию. Я вот хотел бы зацепиться за тезис, о котором сказал Игорь в отношении регионализации. Действительно, что мы видели региональные партии, именно украинская стратегия Винницы, партия Кернеса в Харькове, партия «Доверяй делам» в Одессе, партия там «Самопомощь» во Львове. Они получили... В Донецке партия, в Донецкой области, в Славянске. В Славянске, да. Да, вот там Нелли Штепа, она получила. Да. Там вообще там платформа, ОПЗЖ и партия мира и развития. Вот, да. То есть они действительно победили. Это может... то есть к чему это приведет? Первое. Я думаю, что скоро будут парламентские выборы. Потому что в условиях, когда партия власти с треском проиграла эти выборы, а что бы кто ни говорил, партия власти проиграла эти выборы. А вы посмотрите, в ключевых городах представитель партии власти даже не вышел во второй тур. Это симптоматика, и это говорит о том, что власть президента, она падает,
и будет переформатирование и правительства, и офиса президента, потому что я считаю, что президенту подсунули самую настоящую свинью с этим опросом, поскольку этот опрос мало того, что он был незаконен, так этот опрос еще он был, по сути, сущим бредом. Извините, те вопросы, которые нужно было отвечать, они никакого отношения не имели к действительности, к тем проблемам, которые реально беспокоят наше общество. Таким образом, я думаю, что следует ожидать парламентские выборы в разрезе ближайшего года. Я поддерживаю. 2021. Я поддерживаю этот тезис, учитывая то, что я вернусь действительно к опросу, абсолютно оторванные от реальности вопросы, не имеющие вообще никакого отношения к тому, что волнует людей. А что охвилює людей? Я прошу прощения, Света, вот еще добавлю тоже. А вы видели этот бланк опроса? В нем ни номера серийного, ничего. То есть, по большому счету, что ты заполняешь, что ты не заполняешь? Ну, певна роздруківка и... Подождите, это, она без номера, она без ничего. То есть, никак эта роздруківка, она никак не фиксируется. То есть, по большому счету, можно было любые цифры нарисовать. Что вы голосуете, что вы не голосуете, те цифры будут, которые посчитает офис президента. То есть, с точки зрения мотивации людей прийти на избирательный участок, я считаю, что эта история абсолютно была провальная. Но я это объясняю следующим образом. У президента действительно мало времени. Вот у него есть какая-то когорта людей, которым он доверяет. Доверяет еще со студии «Квартал 95». И он слушает этих людей, и, к сожалению, они ему очень часто дают неправильную информацию. Из-за этого страдает президент, страдает рейтинг президента, провалена вот эта история с большой стройкой, провалена ряд других историй. То есть получилось, что они президенту преподносили информационную повестку, которая абсолютно не пользуется популярностью в обществе. Игорь. Если мы говорим, то есть возвращаясь к вопросам, которые волнуют людей, на мой взгляд, это сформировалось, и я думаю, что это мнение поддержат и многие политтехнологи, в том числе, я думаю, Михаил. Один из главных вопросов — вопрос языка, раз, статуса русского языка. Второй — вопрос исторической справедливости. Как ни странно, переименование улиц, потому что люди хотят иметь на этот... влияние на этот вопрос все-таки. И на третьем-четвертом месте это вопрос инфраструктуры и социальной удовлетворенности, то есть пенсии, соцвыплаты, ЖКХ и так далее. Эти выборы также показали о том, что есть запрос на профессионалов, так или иначе, на... То есть не на красивые лозунги о том, как космические корабли бороздят, а все-таки на более-менее здравую повестку дня, консервативную даже, скажем так. И я действительно думаю, возвращаясь к вопросу, что вопрос про 300 народных депутатов был задан не просто так, потому что это действительно может быть как поводом для проведения парламентских выборов, которые... на мой взгляд, тоже сейчас неизбежно. Певно, під основу. Еще я бы что выделил. Вот смотрите, мы опять же, у нас нет пока результатов на табло, а все все экзит-полы, которые мы видим, они, нужно очень аккуратно к ним относиться. Мы помним экзит-полы в 2010 году, когда экзит-пол показал победу Гурвица, а на самом деле победил Костусев. Ну, невозможно, вы знаете, вот когда экзит-пол отличался на 20%, от результата на табло Центральной избирательной комиссии, можно все что угодно говорить, но невозможно подогнать результат вот настолько, чтобы он был диаметрально противоположным. Значит, экзит-полы, они были как минимум некорректны. То же самое было в 2015 году. К чему это говорю? Что в реальности экзит-пол, да, вот нужно истину искать где-то посередине, просто мы уже понимаем, что, скорее всего, выходит во второй тур Геннадий Труханов, выходит и Николай Леонидович Скорик, а вот это вот, фавориты гонки. Но что я хотел сказать в отношении там партии, партии «Доверяй делам» и ОПЗЖ. Смотрите, вот рейтинг господина Труханова, он выше рейтинга партии «Доверяй делам». По большому счету, партия «Доверяй делам», она существует столько, сколько в активной политике находится Геннадий Труханов. А если мы говорим о ОПЗЖ, у ОПЗЖ больше рейтинг, чем у Николая Леонидовича Скорика. Это говорит о том, что эта партия, на принципе, не персоналистская, и эта партия, она, как бы являясь ментальным таким преемником партии регионов с точки зрения таких базовых ценностей этой партии, она, тем не менее, не носит такого лидерского характера, и уже люди голосуют за партию даже лучше, чем они голосуют за вот представителей. Я думаю, что вот примерно на эти рельсы сейчас хочет въехать европейская солидарность, которая, опять же, как бы пытается
застолбит за собой вот этот вот, ну, вот электорат, который настроен так вот именно евроатлантически, да. И я думаю, что учитывая то, что плохие показатели Батьковщины, там, Голос и так далее, через электоральный цикл, если европейская солидарность удержится, у меня есть возможность стать вот какой-то полярной силой по отношению к ОПЗЖ, и они вот вдвоем там застолбят себе места, и условно, если Порошенко завтра отойдет от руководства европейской солидарности, европейская солидарность, в принципе, как фактор политики, при условии, что там будут сильные лидеры, кроме Порошенко, хотя я сомневаюсь, что он этого допустит, она теж зможе, як ОПЗЖ, существувати в якійсь степені автономно. Михайло, я почула певне протиріччя в вашій думці. Дивіться, ви говорите, спочатку сказали про те, що треба з обережністю ставитися до результатів екзит-полів, а потім самі ж говорите про те, що, скоріш за все, проходять до другого туру два прізвища. І конкретно ці прізвища дають дані екзит-полів. Чи може все ж змінитися? Смотрите, я вам объясню. Свет, спасибо, що задали цей вопрос. Я смотрю на экзит-полы, но я смотрю на экзит-полы. Вы знаете, вот если, условно говоря, 3-4 экзит-пола разных, они показывают примерно одинаковые тенденции, и там, ну, корреляция на максимальное отличие там в 1.5%, значит, мы можем предположить, что это действительно так. Ну, вот, вот просто вот по таким ощущениям. Мы сейчас видим экзит-полы, которые, например, показывают, что Сергей Васильевич Кивалов выходит во второй тур. Украинская морская партия на втором месте по... Ну, вы понимаете, не знаю, нет, Свет, так. Вот такие экзит-полы есть. Я к этим экзит-полам отношусь скептически, потому что они не вписываются в какую-то, ну, парадигму восприятия того, что происходит. А вот экзит-полы, которые, ну, если 5-6 независимых экзит-полов показывают, что выходит условно Труханов, выходит Скорик, ну, можно их поддерживать или не поддерживать, но как факт, скорее всего, эти данные правильные. Игорь, ваша думка с этого провода? Я поддерживаю, кстати, Михаила в этом вопросе, что действительно данные экзит-полов, скорее всего, они плюс-минус правильные. Ну, из той информации, которая у меня есть на сегодняшний момент, учитывая то, что в территориальной комиссии обработано критически мало протоколов, я думаю, так скажем, что у партии «Слуга народа» вообще есть шанс откатиться на четвертое место. И я поддерживаю также мысль Михаила касательно европейской солидарности, потому что на удивление, так скажем, эта партия набирает, так, достаточно, скорее всего, наберет большой Вы процент. Думаете, больше не шучу? Больше, да, больше, чем они думали. Але треба сказати, до чого вдавалася дана політсила, і вона позиціонувала себе як єдина проукраїнська. Тобто себе протиставляла всім іншим. Ну, ми розуміємо, що дійсно це може привести у нас до двох-трьох партійної системи. Ми ж розуміємо все одно, що у нас є така условна парадигма, там условно голубі і оранжеві. То есть и если мы говорим о том, что европейская солидарность противопоставляет себя ОПЗЖ, то таким образом мы четко говорим об этой парадигме, тем более в Одессе. Увидим. Также я хочу, кстати, отметить большой, достаточно неожиданный результат партии Ширия, которая наберет порядка 10%. Вы попередили мене моє запитання, чим обумовлені такі показники? Протестное голосование. Смотрите, партия Ширия – это аналог Лиги Пяти Звезд в Италии, альтернатива для Германии, UKIP в Великобритании. Это партия вот такого хорошего популистского как бы склада. И меня абсолютно не удивляет то, что они набрали такой процент. Но это абсолютно нормально. Более того, я могу не разделять точку зрения этой политической силы и лично господина Ширия, но то, что они, например, будут в Одесском городском совете и вообще не являются фактором украинской политики, это неплохо. Вы поймите, чем больше разнообразных течений они представлены в политике, тем политика и демократия, она стабильнее. Чи можливо ще долучення інших політсил? Знову ж таки, згадується, Ігор, ваш прогноз, що результати можуть змінитися до кінця цього тижня? Я думаю, що маловероятно. На ленточці залишається морська партія. И, кстати, я хочу отметить достаточно маленькие результаты Батьковщины по экзит-полам. То есть у них на уровне вообще статистической погрешности. И это вопрос вообще о смене, о к чему в итоге пришла Батьковщина как партия, и в вопросе вообще ребрендинга, и в вопросе лидеров и программы как таковой.
И более того, то, что Тимошенко, например, поддержала Ляшко на выборах в Чернигове, как оказалось, не гарантировала Ляшко победу на вот, до выборах в Чернигове. Точнее, не до выборов, а там мы помним, что депутат, насколько я помню, он умер, и вот объявили выборы, вот Ляшко сейчас баллотировался. И Ляшко проигрывает, судя по всему. Но там у них 1,5%, там у них посчитали 50% голосов, посчитали, но там у них очень маленькая. У него, в любом случае, 1,5% — это такая разница, с которой можно уже технологически играться. Но как факт, если бы у него было подавляющее большинство, особенно при поддержке Тимошенко, он бы прошел, и никто ничего не сделал. Поймите, что когда есть вот представление в обществе о справедливости и несправедливости выборов, это одно. Когда условно там рейтинг того или иного кандидата, он в районе колеблется там, 50%, да, то есть, я имею в виду не 50%, а паритетно по отношению к твоему конкуренту, 1,5-2%, вот с этим уже можно играться. Что касается Юлии Тимошенко, то давайте признаем, что Юлия Тимошенко, вот может быть от того, что она давно в политике, но она потеряла энергетику, она вот чувствуется, что у нее уже нету того драйва, который у нее существовал. Да, это по-прежнему фактор украинской политики. Да, Юлия Тимошенко — это серьезный игрок, но того драйва, того куража, который у нее был, у нее не было, у нее сейчас нет. Я думаю, что она осознает, что время ее как такого яркого политика, она ушло, и она будет таким аналогом Марии Ле Пен, которая будет баллотироваться на все выборы, при этом без перспективы победить. Але наскільки можемо очікувати на більш якісний склад депутатського складу Одеської міської ради, зважаючи на попередні результати? Об этом очень-очень рано говорить, учитывая систему подсчета голосов. Мы не понимаем сейчас ни избирательную квоту, ни сколько примерно депутатов попадает в состав. А щодо, до речі, складнощів із процесом підрахунку, із організацією, заповненням документації, певно, цих труднощів можна було уникнути, продумати якось заздалегідь? Можна було, як показала практика, можна було зробити чуть-чуть проще і в плані именно заповнення самої документації і формування от цих так называемых пакетов с документами, потому что это отнимает основное время. В целом, учитывая эту систему, подсчета голосов, к сожалению, с этим ничего нельзя сделать, тем более она не такая уж и сложная на самом деле, если в ней разобраться. Михайло, можно было попередить, чи ні? Верифікація? Ні, зараз говоримо про складнощі підрахунку голосів сам. Ні, та здесь, смотрите, у нас кожен вибор, вони проходять в стані такої перенапряженості. Тому що навіть ключові ігроки, які до виборів договорюються між собою, от ключові партії, да, тому що в них приблизно вони розуміють, що условно вони от проходять, у них є ресурс для того, щоб пройти, їм потрібно відсіч партії, які грубо говоря, висят на волоске. Почему? Потому что тогда эти места перераспределяются в светах на партии, которые проходят точно уже, да, у которых есть ресурс. Поэтому здесь это, как всегда, очень нервная обстановка. И здесь до момента, пока мы не перейдем к электронному голосованию, когда все будет все голоса будет подсчитывать автоматически там компьютер, и не будет этих избирательных комиссий, да, и прочее, но у нас вот до тех пор будут те проблемы, с которыми испытываем. Еще раз. Ведь такие территориальные избирательные комиссии существуют и в Европе. В многих европейских странах точно так же есть участки, они в тех же самых школах, разных социальных объектах, но там другой уровень политической и правовой культуры. У нас же, к сожалению, люди... кто такие члены избирательной комиссии? Это люди, которые мало того, что очень часто они там малограмотные, они еще абсолютно зависимы, и самое главное — и изначально настраивают к тому, что они должны быть, вы знаете, вот, лояльны по отношению к той партии, которая выдвинула. Хотя должен быть совершенно другой принцип. Вне зависимости от того, какая партия тебя выдвигает, ты должен действовать, исходя из интересов государства и в целом территориальной избирательной комиссии. Но мы с вами прекрасно знаем, как все партии держат на крючке каждого члена комиссии с тем, чтобы он был лоялен. Хотя есть такие члены комиссии, которые умудряются быть лояльным нескольким партиям. Игорь, чи це справді так? Практика покажет. Практика показывает. Я хочу
подхватить тезис Михаила по поводу системы электронного голосования. Я прогнозирую, что учитывая то, что у нас есть такое замечательное приложение, как ДИА, эта идея может быть реализована на ближайших выборах в течение там, нескольких лет. Это первое. И второе, это действительно может серьезно повлиять на качество голосования, потому что, как мы видим, явка была очень низкой по целому ряду причин, и я считаю, что пандемия не является основной, на самом деле, причиной, потому что, да, очереди были, но во второй половине дня, например, на тех участках, на которых я был, это было порядка 10 участков, на самом деле можно было спокойно проголосовать без каких-либо проблем. Mm-hmm. Я считаю, что, во-первых, основная проблема — это разочарованность людей идеями, отсутствие свежих, реалистичных идей со стороны партий, как такой фактор такого протестной позиции людей не пойти на выборы. И отсюда введение электронного голосования через там, государственное приложение может быть, на самом деле, стимулирующим фактором, который может серьезно повлиять на электоральное поле. А я зачитаю, Михайло, зараз вам слово. Просто цікаві дані від групи «Рейтинг». Соціологи говорять про такі відсотки, що 20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров'я. 19% – тому, що не мешкають за місцем реєстрації. 15% – зайняті в день виборів. 14% – не знали, за кого голосувати. Ну, смотрите, перше. Ми ще живемо в епоху постправди. Що значить постправда? Це означає, що у кожного є своя правда. То есть фактически сейчас есть очень много информационных источников. А мы не понимаем, где правда, где ложь, настолько сильны эти информационные потоки. Это означает, что люди во многом дезориентированы. Более того, в нашей жизни, к сожалению, очень многие вещи девальвируются, в том числе и слова. И, конечно, вот эта вот семантика слов, которая когда-то играла большое значение, она сейчас не играет, потому что партии, они уже давно не являются идеологическими единицами. И здесь каждая партия, если почитать, проанализировать его программу, она одновременно будет либеральной, социальной, ориентированной, социал-демократической, христианской, то есть все подряд. То есть это такая, знаете, вот эта обычная программа, она составляется, можно сказать, на коленке, и не на коленках, и не носит какого-то серьезного содержательного, ну, содержательного состояния. Что касается абсентеизма, я лично считаю, я не знаю, или мне Игорь поддержит, но мне кажется, что людей нужно штрафовать за то, что они не голосуют и не проявляют свой гражданский долг. Ведь поймите, когда у человека есть гражданство, и человек приобретает гражданство той или иной страны либо по праву рождения, либо на основании каких-то других, да, то он одновременно приобретает обязанность голосовать. Потому что участие в развитии твоего общества, участие в развитии твоей громады, участие в развитии государства, но это на самом деле очень важная история. Ведь поймите, если власть, она видит, что очень низкая явка избирателей, это означает, что власть может делать все, что угодно, потому что общество не интересуется политикой. У нас есть соседнее государство, Россия, в котором сложилась авторитарная модель управления, в котором выхолощено абсолютно все. Почему? Потому что власть почувствовала себя оторванной от общество. Общество не интересуется массовой политикой. Вот это самая большая угроза, чтобы украинское общество не перестало интересоваться политикой. И низкая явка — это сигнал для власти, что все хорошо, общество спит. Поэтому важно идти ходить на выборы, важно голосовать, важно проявлять свое пассивное право принимать участие в выборах и голосовать за тех, кого ти вважаєш нужним. Михайло, щодо вас ще тези про можливість введення штрафів для тих, хто не ходить голосувати. За прикладом яких цивілізованих країн може Україна так зробити? В скандинавських країнах є така відповідальність, і це абсолютно нормально. На минуточку. Любой чоловік являється, ми всі часть політичного общества. Да? Хочемо ми цього чи ні? Да, ми в будь-якому випадку являємося частю. А значит, если мы являемся частью, мы должны иметь ответственность, да, нести на бремя ответственности за все то, что происходит. Это, знаете, вот у нас государство такое интересно выстроилось. Ну, смотрите, очень коротко. Вот, например, люди же не ощущают налоги, которые они платят. Ну, я имею в виду те люди, которые платят налоги. У нас же, к сожалению, до сих пор такая, ну, экономика, которая работает темная.
А люди же сами не платят налоги из своей заработной платы. За них платит работодатель. Поэтому у человека нет связи, он не понимает, что он платит за эффективное функционирование того или иного государственного органа. То же самое касается голосования. Человек не ощущает, что вот он влияет на процессы. А самое главное, ощущает, что влияет на процесс. Ну и последнее, скажу, кстати, говоря о налогах, я не понимаю, почему ни одна из партий, которая баллотировалась на этих выборах, не заявила следующий тезис, да, дать возможность местному самоуправлению определять в том числе и налоги на доходы физических лиц. Почему в Америке штаты могут сами устанавливать налог на доходы физических лиц? У нас же не могут. У нас налоговое бремя очень большое. Если бы, например, города могли соревноваться за инвестора, за бизнес путем уменьшения, например, налога на добавленную стоимость, точнее, налога на доходы физических лиц, это было бы дополнительным подспорьем для тех или иных городов в процессе борьбы за інвестиції. Ну, ви підказуєте зараз на майбутнє, як треба правильно складати програму. А щодо, знову ж таки, думки, і Ігоре, хочу почути вашу позицію стосовно покарання грошима тих, хто не ходить на вибори. Я считаю, что на сегодняшний день общество не готово к этому нововведению, хотя... Агресивно сприйме, так? 100%, хотя действительно такая практика в мире есть, и даже некоторые страны, в частности, я помню пример Бразилии, когда достаточно успешно эта реформа была реализована и действительно вернула людей на избирательные участки. Но вместе с этим я хочу обратить внимание, что выбор политической партии и вообще выборы – это такая инвестиция в надежду. И очень важно, учитывая эмоциональность нас, украинцев, и наших сограждан, чтобы политические партии не убивали надежду невыполнением своих обещаний, и чтобы эти обещания были реалистичны и действительно относились к желательно каждому из нас. И низкая явка, и, возможно, является отсутствием надежды. И мы можем говорить, что эти выборы показали, что в обществе есть недоверие, есть, опять же повторюсь, отсутствие надежды по отношению к тем или иным властным решениям. Также я хочу заметить, что совсем недавно глава налоговой службы давал интервью и предложил ввести ценз на голосование, что право голосовать имеют только те, кто платит налоги, потому что действительно у нас на сегодняшний день это огромная проблема, и по сути 9 миллионов человек, которые активно, трудоспособные, платят налоги, содержат по факту все государство, которое на минуточку составляет 37 миллионов человек. Таким образом, опять же, со слов главы налоговой службы, 10 миллионов человек у нас вычеркнуты из... То есть налоговая вообще не видит этих людей на карте Украины. И это проблема. И я проапонирую касаемо налога на доходы физических лиц. Данный вопрос мог бы быть интересен, если бы не один факт, что большая часть бюджета формируется за счет этого налога, и я думаю, что города не будут пока рисковать, меняя ставку. Более того, я хочу отметить, что на сегодняшний день нас ждет долгожданное, скорее всего, нововведение, которое пообещал глава налогового комитета, это введение так называемого налога на выведенный капитал вместо налога подоходного налога. По крайней мере, на этой реформе мы можем увидеть, готово ли сегодня правительство и взять на себя ответственность, провести настолько серьезную налоговую реформу, которая действительно может иметь тектонические сдвиги для экономики. Є відповідь тим? Була опозиція трохи до вас? Ні, я смотрите, я как бы я согласен с Игорем, и здесь как бы Игорь, он понятно, вот как юрист, он очень аккуратен и как бы в оценках, он смотрит, ну, там, комплексно на проблемы, что касается налога на доходы физических лиц. Действительно, это доход, за счет которого формируется местный бюджет. Единственная проблема в том, что очень часто, ну, поскольку бизнес у нас не доверяет государству, оно очень часто работает в серую, то есть минимизирует свои доходы, конечно, это отражается на местном бюджете. Понятно, что можно уменьшить налог на доходы физических лиц, но при этом бизнес не будет работать в белую, то есть это более комплексный вопрос. Но, скажем так, если мы говорим о долгосрочном развитии государства, то я думаю, что если бы была создана некая ситуация конкуренции между городами, когда города бы ощущали, что вот у них есть
широкая, как бы, широкие административные возможности для, например, для вот включения себя в эту конкуренцию, да, для борьбы за там инвестиции. Мне нужно согласовать многие вопросы, связанные там с инвестициями. Ну, грубо говоря, все, что касается там распорядительных документов, да. С Киевом это было бы, на самом деле, очень здорово. Вы слышали, как у нас представители партии «Доверяй делам» очень часто пинают на ГАСК в Киеве, которая как бы вот творит безобразие у нас здесь в Одессе. Ну, понимаете, вот, чтобы не было этих историй, да, когда можно цепляться за разные положения, тем самым как бы уходить из-под ответственности, mm-hmm. необходимо вот раз и навсегда разделить по принципу субсидиарности полномочия между, словно говоря, городами и центральными органами власти. Это очень важно. И еще одно, то, что сказал Игорь, очень ключевая вещь, на мой взгляд, по поводу голосования, что должны голосовать только те, кто платит налоги. Я считаю, что это абсолютно правильно. А вопрос такой давно, он дебатируется, в том числе дебатируется вопрос о возможности голосования пенсионеров. Потому что пенсионеры, они находятся на соцобеспечении государства, и они всегда будут голосовать, особенно в бедных странах, за ту власть, которая, грубо говоря, раздает перед выборами какие-то плюшки. И у нас каждая власть это делает. Но с другой стороны, тут есть и другой аргумент, да, что на каком основании мы можем выключать пенсионеров и лишать их права голосования, если в течение всей жизни они, что называется, contributed, да, то есть они вкладывали в эту систему. Да, ну ми трохи вдаємося до таких радикальних заходів. Штрафи за те, що не приходиш, сегрегація за віком, за платиш податки чи ні. Ну, пропонуємо. Ні, смотрите, сегрегація – це таке, знаєте, дуже сильне слово. Я би, наоборот, сказав, що нужно создавати таку систему мотивації, коли б чоловік був заінтересован в тому, щоб жити по правилам, так, як відбувається в Європі. Ви ж розумієте, що в Європі ну, люди примерно точно такие же, как у нас в стране. Объем коррупции по оценкам Европейской комиссии, в Европейском Союзе, он достигает там 600 миллиардов долларов. И это же вся эта коррупционная, эти деньги, они прокручиваются. И там очень мало какого-то клиренса. Поэтому, ну, то есть он есть, но на самом деле его зачастую и нет. То есть его обходят. То есть к чему я это говорю? Что важно выстраивать правила игры, да, чтобы минимизировать коррупцию, чтобы люди, они были сами заинтересованы в том, чтобы жить честно, чтобы люди это были агентами изменений, а не так, чтобы, грубо говоря, люди постоянно увиливали, играли в кошки-мышки с государством. Щодо питання, те, що прозвучало стосовно електронного голосування, знову згадаю соцгрупу «Рейтинг». Отже, з тих, хто не голосував на цих місцевих виборах, якби була можливість голосувати електронно з дому, то 46% проголосували б. Майже половина з тих, хто не проголосували, та кожен другий проголосував би електронно. Я считаю, что это оправдание на самом деле. Во-первых, каждый... Простіше поставити так при соцопитуванні, чи, да, ніж це зробити. Во-первых, каждый выбирает жизнь, ту, которую он хочет, видит. Если человек считает, что голос не важен, что кто-то там за него выберет, ну, это его позиция. И точно так же будут забывать голосовать, там, если будет электронная система голосования, там, напоминать будут. Точно так же это проявление безответственности и такого, ну, немножко такой детская позиция, скажем так, абсолютно незрелая, на мой взгляд. Нет ничего сложного, чтобы встать, взять паспорт, в наших реалиях одеть маску, пройти там 300, 400, 500 метрів і поставити галочку, бросити бюлетень. В этом нет ничего сложного, абсолютно ничего сложного. Але певні складнощі, знову ж таки, виникли. 40% тих, хто проголосували, сказали, що їм було складно розібратися з бюлетенями. 40%. Ну, послушайте, у нас люди грамотні всі. И, по крайней мере, они претендуют на то, что они грамотные. Угу. У нас вроде как, насколько я помню, у нас есть политика общего образования, да, то есть у нас любой человек, он имеет право на получение там школьного образования, то есть школьного образования, высшего образования и так далее. Поэтому я не понимаю, в чем проблема, спокойно можно было разобраться в бюллетне. Просто вы понимаете, можно всегда найти, как правильно говорит Игорь, тысячу причин, почему что-то не сделать, да, вот человек всегда найдет тысячу причин. В конечном счете, тут Игорь сказал правильно, мы сами выбираем, в каком обществе мы хотим жить.
если мы хотим жить в обществе, в котором мы сейчас живем, да, вот такой вот безнадеги, да, вот просто давайте признаем, что мы еще живем в ситуации вот такой вот тотальной безнадеги. И вот те же самые политики, которые руководят нашей страной, у них эта безнадега, она так или иначе, она тоже прокрадывается. Им уже нечего сказать, им нужно выходить к людям, им нечего сказать. Это самое страшное ощущение, когда ты знаешь, что нужно что-то говорить, но тебе просто нечего сказать, потому что вот, ну, ничего не меняется. Посмотрите, Гончарук говорил о каких-то инвестиционных нянях на форуме в Давосе. Он говорил о 40% роста ВВП за следующие 5 лет. Теперь я вижу Гончарка в Соединенных Штатах Америки, он уже, оказывается, присоединился к научно-исследовательскому институту. Никакой ответственности за взятые слова. То же самое касается Шмыгаля. Мы живем в каком-то театре абсурда. Более того, спустя год, когда год назад все критиковали правительство Гройсмана, уже сейчас я слышу, точно так же, как было с Кучмой, что Гройсман — это чуть ли не самый лучший премьер-министр Украины. Почему? Потому что с каждым разом все хуже и хуже. Теперь уже все, я думаю, объективно считают Гройсмана лучшим премьер-министром, чем Гончарук и Шмыгаль вместе взяты. Я полностью поддерживаю и более того скажу, что созрел огромная, на мой взгляд, потребность в, во-первых, здравых обещаниях, абсолютно здравых, обычных, нормальных обещаниях, что мы условно обеспечим более-менее стабильность, чтобы все, ничего не менялось там, через 2-3 месяца, скажем так. Во-вторых, есть спрос на нормальных, серьезных людей, а не, извините меня, там, людей, которые там рассказывают про невероятные инвестиции, не построив ни одного бизнеса. Многие кандидаты на этих выборах обещали тоже такие невероятные относительно вещи, вы знаете. Есть спрос на нормальность и на надежду. Учитывая то, что мы видели невероятные результаты там, слуг народа и президента Зеленского на выборах, мы понимаем, что люди могут дать кредит доверия, но его так или иначе надо оправдывать, а не рассказывать про какие-то космические перспективы, потому что, опять же, мы ходим, мы все живем в этом мірі, ми всі видим, що дирки на асфальті самі собою не заділовуються. Так, але саме перспективи на місцевому рівні, так? Давайте почуємо представника громади, я маю на увазі одесита. Кажуть, що дозвонився до нас Юрій. Ми вітаємо вас, будь ласка, говоріть. Алло. Вечір. Алло. Так, добрий вечір. Юрій, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Я от хотів би обратити внимание, з тих пор, як ввели місцеві вибори в місцеві органи по партійним спискам, от почалось самое большое зло. Ми вибираємо не партію, а банду, яка приходить к власти. И у нас уже местное самоуправление давно превратилось в местное самоуправство. А сейчас... Юрій, так, ми вас почули, дякуємо. І питання взагалі готовності суспільства до відкритих списків. Смотрите, первое. У нас до 2006 года выборы, местные выборы проходили по на мажоритарной основе. То есть у нас не было партийной основы, партизация у нас проходила на мажоритарной основе. Что мы видели? Фактически каждый городской глава под себя подминал тут же большинство депутатов, их тогда было там 120 человек, сейчас 64. Поэтому я поддерживаю партизацию, я поддерживаю то, что у нас есть система открытых списков, просто не поддерживаю ту форму, в которой у нас существует. Но что такое партия? Нужна политическая структурированность. Более-менее партия — это субъект, с которого можно, что называется, спрашивать, да, который можно привлекать к ответу. Когда мы говорим об отдельных мажоритарных кандидатов, они просто неуловимы, да. И в этом смысле, ну и тем более партизация, она дает также объединение кандидатов на основе каких-то широких там идеологических платформ, ну, по крайней мере, по идее. Что еще хотел сказать в отношении того, что происходило последний год. Действительно, доверие к власти падает, и люди разочарованы невыполненными обещаниями. Но еще больше, мне кажется, люди разочарованы тем, что власть
постоянно, не только последний год, постоянно не искренно со своим народом. Знаете, когда читаю беседу у камина Рузвельта, когда я читаю речи Черчилля во время Второй мировой войны, что они делали? Они просто выходили и говорили вот просто все как есть, абсолютно, да? Вот все как есть, ничего не придумали, ничего не лукавля. Они выходили и говорили все как есть. Именно поэтому общество слушало. Когда мы в апреле, нас всех посадили под замок, запретив гулять в парках, в прибрежных зонах, при том, что была замечательная погода и было мало заболевших коронавирусом. Нас подсадили под замок, и главный санитарный врач впоследствии сказал, что это была такая мера для страсти. Превентивно. Да, превентивно. Я хочу спросить, почему главный санитарный врач лично не закрывал дискотеки, те клубы, которые функционировали все лето, и в том числе главный санитарный врач не стоял на Приморском бульваре, когда было празднование, например, 2 сентября Дня города. Так. Я его что-то там не видел. Поэтому вот это все порождает недоверие к власти. И еще, когда у нас президент и премьер-министр говорили об инвестиционных нянях, кстати, уже мало кто помнит, но тогда практически вся фракция «Слуг народа» под шумок полетела в Давос. Они понимают, чем они занимались, на какие средства они полетели в Давос, но тогда была реально огромная группа. Правда, результата не было, но мне понравилось другое. Что такое инвестиционные няни? То есть, получается, для бизнеса, которая приходит извне, на тебе няню, которая разрулит все вопросы, а бизнес, который внутри, значит, его можно гнобить? Будь ласка, підбиваємо підсумки нашої розмови, якщо можна, коротко, до хвилини, і будемо дивитися голосування інтерактивно. Хочеться сказати, що на місцевих виборах дуже хочеться, щоб кандидати подарили людям надежду, а саме головне, не злоупотребляли її і дійсно показали свою роботу в добрий путь і... Будемо мати надію на цій оптимістичній ноті. Давайте дивитися результати інтерактиву, голосування з приводу питання, задоволеністю попередніми результатами місцевих виборів. Підкажіть, будь ласка, так, мої кандидати проходять 30% за цей варіант, більшість, так і 70% за ні, перемагають не ті. Я прошу прощения, что вас прибиваю, только надеюсь, что те, которые недовольны результатами голосования, те 70%, они все ходили... Они все голосували, так. Они сидели на диване, не просто звонили во время эфира. Так легче, конечно. Я вам дуже вдячна за цікаву і змістовну розмову. Ці дві години з вами провела я, Світлана Пензова. Далі нові гості, нові спікери, експерти і новий ведучий Євген Салтан. Тож не перемикайтеся.